Итак, для нас начался новый сезон 2019 года. Мы с вами встречаемся в очередной раз для того, чтобы поговорить о писателях отечественных и зарубежных, фамилия которых начинается на букву «В». И начнем мы наше обсуждение, нашу встречу с целой большой группы русских и советских поэтов, с фамилией на букву «В», которые представляют совершенно уникальный пласт отечественной поэзии. Очень разнообразный, очень порою неожиданный. И вместе с тем мы постараемся увидеть между этими поэтами нечто родственное, что связано не только с общностью вот этой самой первой буквы в их фамилии, а нечто более общее, что связывает их как носителей такого уникального явления в отечественной культуре, как русская поэзия. Итак, первые пять представителей русской поэтической элиты, которые имели фамилию, начинающуюся с буквы «В», представлены сегодня вашему вниманию. Это такие известные авторы, известные нам по истории литературы, прежде всего, как Веневитинов и Вяземский, а также поэты, относимые в большей степени к Серебряному веку русской поэзии. Это Введенский, Вега и Верховский. Вот такие интересные, совершенно интересные представители различных поэтических эпох. В целом этот блок охватывает период почти в два полных века. Естественно, начинаем мы с тех поэтов, которые родились в веке конце 18-го. Это два таких известных русских поэта, и не только поэта, как мы увидим в дальнейшем, как Дмитрий Веневитинов и Петр Вяземский. Пожалуй, начнем мы все-таки свое изучение этих поэтических фигур, этих авторов, с Дмитрия Веневитинова. Хотя Вяземский старше его и по возрасту, и раньше рожден, и имеет более объемное литературное наследие, но вот уж так случилось, что Дмитрий Веневитинов – это быстро взошедшая, быстро упавшая, павшая, сгоревшая звезда литературного поэтического небосклона Золотого века. Этот поэт, не только поэт, но
и блестящий для своего времени, для своего окружения философ. Это человек, который начинал писать и прозаические произведения. Но, к сожалению, как я уже сказал, звезда его закатилась очень рано. Дмитрий Веневитинов скончался после болезни в возрасте 21 года. То есть это даже удивительно, что за то короткое время, в течение которого этот юноша по существу проявлял себя как творческая личность, он успел оставить столь значительное и интересное литературное, и не только литературное, подчеркну это еще раз, наследие. Дмитрий Веневитинов представлен у нас книжкой в серии «Литературные памятники», изданной издательством «Наука» в 1980 году. Вот в эту небольшую книгу входят стихотворения и проза, также входят литературные очерки о творчестве и жизни Веневитинова. И, безусловно, как для каждого академического издания в серии «Литературные памятники», здесь имеются и многочисленные комментарии литературоведов, которые дают нам полное представление о том, кто же был такой Дмитрий Веневитинов. Эта фигура очень интересная. Он немного, незначительно, но тем не менее, моложе Пушкина. Поэтому он не является человеком пушкинского окружения, хотя рядом с Веневитиным довольно большое количество писателей, общественных деятелей, которые впоследствии оставят довольно значительный след и в русской литературе, и в русской истории в целом. Вместе с тем, на похоронах Веневитинова был и Пушкин, был Мицкевич. И это говорит как раз о том, что он успел за столь неожиданно совершенно короткий период, ну что такое 21 год для поэта, блеснуть именно как выдающаяся звезда на литературном небосклоне. Этот молодой человек обладал невиданной смелостью, поскольку он проявил себя и как литературный критик. Он был, как я уже сказал, философствующей личностью. Он возглавлял один из таких закрытых клубных кружков, объединивших исследователей, русских исследователей немецкой классической философии, философии немецкого классического идеализма. Причем это было не только изучение, совместное изучение новомодной философии, но и было, была попытка перенесения этого опыта философского мысления, как и назывался это общество любомудров, общество любомудров, любомудрствование на современную российскую почву. Веневитинов человек той эпохи, которая неотделима от декабрьских событий. Безусловно, Веневитинов не мог быть по возрасту участником этих событий. Он, тем не менее, был личностью, глубоко переживавшей и сочувствующей тем процессам, которые были связаны с
декабрьским восстанием, его подавлением, его последствиями, поскольку был личностью довольно свободомыслящей. И, в частности, даже несмотря на свой юный, совсем уж юный возраст, он подвергался определенным, так скажем, гонениям. Непродолжительным, правда, по времени, но, тем не менее, он был арестован, и с ним провели в течение нескольких дней некие отеческие беседы, которые, в общем-то, в значительной степени повлияли на него, как на личность, что неудивительно, в общем, для молодого, столь молодого человека, и, безусловно, отразились в какой-то мере и на последующем его периоде творчества, коротком достаточно периоде, но, тем не менее, весьма значимым для отечественной литературы. Веневитинов, безусловно, интересное явление и с точки зрения своей принадлежности к классическому литературному направлению. Как и Вяземский, о котором мы тоже будем говорить, это наследники западных классицистов. И несмотря на то, что на Западе уже начинается период романтизма, уже романтизм приобретает отчетливые черты, все-таки вот и Веневитинов, и Вяземский впоследствии, они являются представителями классической поэтической школы в большей степени. И это сказывается, безусловно, на содержании их творчества, творчества Веневитинова в частности. Веневитинов – интересная фигура с точки зрения его местоположение в русской поэзии. Во-первых, это настолько активная личность, которая не ограничивается вот своим, так скажем, любомудрствованием, вот этими занятиями философии. Он активно сотрудничает с издателями литературных журналов, а вы знаете, что в этот период расцветает буквально под, в том числе и при участии, под руководством Александра Сергеевича Пушкина и литературно-издательское дело, журнальное дело. И Веневитинов становится очень активным участником этих процессов, как, впрочем, и Вяземский впоследствии. И Веневитинов интересен нам еще и тем, что с точки зрения вот этих личных качеств, его личной такой невероятной работоспособности, невероятной, я бы так сказал, общественной активности, вот этого стремления к самовыражению в самых различных проявлениях своих, он в определенной степени все-таки сам по себе является фигурой довольно такой романтической. Романтической, может быть, с точки зрения немецкого образа, немецкой романтики более. Но такого, скажем, мрачного, несколько Гёте, гейновского, шиллеровского толка. Но, тем не менее, вот этот очень короткий период его творческой деятельности невероятно насыщен. В личной жизни Веневитинов скорее обделен, нежели мы можем назвать его, как многих из его современников, таким бон-виваном. Он довольно скромная в этом плане фигура,
У него несостоявшийся роман с, видимо, очень сильной, может быть, даже безумной влюбленностью в одну из княжон Балконских. У него романтические совершенно настроения в этом плане. И одно из стихотворений, посвященное вот предмету его, так скажем, воздыханий, лирических, в общем-то, стихотворений, мы можем уделить просто более пристальное внимание. Это стихотворение рассматривается как определенный катарсис творчества Вини Витинова. По ряду обстоятельств мы его сначала, так сказать, посмотрим, прочитаем, а затем пообсуждаем немножко вот события, связанные с этим произведением. Называется он, это стихотворение, «К моему перстню». «Ты был отрыт в могиле пыльной любви, глашатый вековой, и снова пыли ты могильной завещен будешь, перстень мой. Но не любовь теперь тобою благословила пламень вечный, и над тобой в тоске сердечной святой обет произнесла. Нет, дружба в горький час прощанья, любви рыдающей дала тебя залогом сострадания. О, будь мой верный талисман, храни меня от тяжких ран и света, и толпы ничтожной, от едкой жажды славы ложной, от обольстительной мечты и от душевной пустоты. Часы холодного сомнения, надеждой сердце оживи, и если в скорбях заточение вдали от ангела любви оно замыслит преступление, ты дивной силой укроти порывы страсти безнадежной. И от груди моей мятежной свинец безумства отврати. Когда же я в час смерти буду прощаться с тем, что здесь люблю, тогда я друга умолю, чтоб он с моей руки холодной тебя мой перстень не снимал, чтоб нас и гроб не разлучал, и просьба будет не бесплодна. Он подтвердит обет мне свой словами клятвы роковой. Века промчатся, и, быть может, что кто-нибудь мой прах встревожит, и в нем тебя откроет вновь, и снова робкая любовь тебе прошепчет суеверно слова мучительных страстей, и вновь ты другом будешь ей, как был и мне, мой перстень верный». Вот такой стихотворный пассаж, даже в тексте чувствуется определенный пророческий посыл, и этот пророческий посыл, на удивление, является оправданным. О чем идет речь? Вот эта самая княжна Волконская, что называется, подруга верная Вини Витинова, отнюдь не любовница, у него и не было, так скажем, никаких возможностей реализовать свои любовные стремления. А именно подруга, которая подарила своему почитателю, своему литературному другу кольцо, перстень, причем достаточно необычный перстень. Этот перстень был отрыт в Геркулануме, рядом с Помпеями, то есть в том месте, где он был погребен во время исторического извержения Везувия, о котором мы с вами как-то уже говорили, когда говорили о творчестве Пульвера, Литтона. И вот этот самый перстень, пришедший из глубины веков, из рокового прошлого, был подарен Вини Витинову его
возлюбленной женщины, безусловно, которую он боготворил, и боготворил тот перстень, который ему был подарен. Тем более символическое довольно-таки такое дарение. И вот он, как вы понимаете, пишет в этом стихотворении о том, что будет завещено, чтобы этот перстень находился с ним и после смерти, и более того, что этот перстень должен был быть когда-то изъят, когда сон его будет потревожен, но при этом он должен будет служить той великой цели, ради которой был создан, то есть цели великой и бессмертной любви. Ну, в таком довольно вольном переложении мы, собственно, сообщаем о том, что пытался сказать Веневитинов в этом своем совершенно прелестном стихотворении, которым чувствуется, очень чувствуется стилистика пушкинская уже. И вот здесь мы подходим к самому такому существенному в биографии этого поэта. Итак, мы говорили, что в 21 год он погибает. Он действительно, это совершенно, возможно, типичный для того времени, но роковой довольно-таки случай. Молодой человек после бала перебегает по улице во флигель, который находится здесь же, почти практически, в котором он и жил, рядом с этим самым бальным залом, в котором он находился. И поскольку, так сказать, пробежка была достаточно короткой, он пренебрег тем, чтобы одеть теплую одежду. Дело было зимой. И, увы, Дмитрий Веневитинов в столь юном практически возрасте, по-видимому, простудился с осложнениями, скорее всего, это было воспаление легких, вот, которое и привело к его роковой кончине. После смерти, а он завещал своему другу, что перстень останется вместе с ним после его кончины, после смерти его погребают вместе с этим перстнем в одном из монастырей, и где похоронена и впоследствии его мать, и ранее был похоронен его брат старший, умерший, в, что называется, во младенчестве. И вот в этом пантеоне, будучи похороненным, он проводит там в своей могиле, значит, достаточно длительное время. И в 1930 году происходит уничтожение этого кладбища монастырского. Прах эксгумируют, прах Веневитинова переносят на Новодевичье кладбище, а прах его родственников просто исчезает в этом процессе. Но при эксгумации перстень снимается с его руки, а это поэтическое завещание было известно. И тот, кто это сделал, был человеком далеко не случайным. Это была жена того человека, который производил эти раскопки в качестве, так сказать, научного консультанта, археолога. И впоследствии этот перстень действительно попадает в литературный музей, где он остается по сию пору именно символом верной любви, для которой нет предела, в том числе и за гробовой доской. Вот такая удивительная история с удивительным предвидением, с удивительным
почти фантастическим, абсолютно романтическим литературным сюжетом, написанное наследником русского классицизма Дмитрием Веневитиновым, русским поэтом. В силу того, что границы творческого периода Веневитинова были очень короткими, были очень сжатыми, конечно, мы можем говорить о том, что этот поэт не мог реализоваться в полной мере как выдающийся русский поэт. Все возможно, что если бы он прожил гораздо больше, то он был бы новой восходящей звездой русской поэзии, такой же, возможно, соизмеримой с такими крупными фигурами в русской поэзии, как Пушкин и Лермонтов. Но, увы, вот что произошло в истории, то и произошло. Поэтому мы можем говорить, что Дмитрий Веневитинов является представителем некоего такого достаточно большого пласта русских поэтов разных времен, которые мы можем назвать поэтами-неудачниками. Неудачниками только с точки зрения того, что их творческое наследие не вознесло их на поэтический олимп такого уровня, которого достигли многие их современники, а может и не многие, наоборот, их современники, но вот они остались определенными поэтическими середнячками. Тем не менее,